славной горнице Христос возлег к обеду приглашенный. Дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии рыдает и волосами утирает потоки слез Христовых ног. И, дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывает под ропот многих голосов. Тому, кто вскоре пострадает за искупление грехов, а слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты ведь тоже грешен и даришь душу сатане. И не стыдись того, что круг твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит великий, милующий Бог. Того, кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Бог велик в любви, не такой, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария.